Измерили давление, провели осмотр и дали ответы на все интересующие вопросы. Очередную встречу в рамках проекта «На связи с губернатором» посвятили старшему поколению. Что волнует тех, кто уже на заслуженном отдыхе, в сюжете Марии Шпаковой. Сегодня прием ведут не в больнице, без записи, и среди пациентов только пенсионеры. Очередная встреча в рамках проекта «На связи с губернатором» сегодня посвящена социальной поддержке старшего поколения. Обязательно нужны такие встречи, и очень прекрасно знать о том, что наш Николай Иванович Меркушкин заботится и старается, чтобы мы встречались. Валентине Федоровне 80 лет, по врачам ходить не любит, но раз предоставилась такая возможность, решила ею воспользоваться. Здравствуйте, я терапевт. Измеряют артериальное давление, вес и рост, проверяют зрение, выслушивают жалобы. Три специалиста проводят осмотр в одном кабинете, а в соседнем представители пенсионного фонда, Центр социального обслуживания и жилищной инспекции дают консультации по самым важным вопросам. В одном месте, это удобно для населения, не пожилым людям куда-то ехать. Где-то стоять в очереди. А сегодня здесь они спокойно могут прийти со своего дома, несколько метров пройти и задать все интересующие вопросы по тому или иному направлению. Важная составляющая «На связи с губернатором» – получение оперативной обратной связи от населения. Пенсионеры, пришедшие на встречу, заполнили анкеты, в которых подробно описали свои мнения и предложения по улучшению сферы социальной поддержки старшего поколения. Марья Шпакова, Александр Дмитриев, «Новости губернии».